О, Женек, тут обзор надо запилить. Ну все, пойдем. Погнали. Ребят, всем привет. Сегодня хочу рассказать, сколько обходится сезонное обслуживание Chevrolet Cruze 2014 года. Вот это масло советует производитель этого, данной этой машины. Она обошлась в 2000 рублей. То есть фильтра все обошлись нам в 1000 рублей. Итого у нас получается сумма 3000 рублей обслуживания. Короче, а теперь едем в гараж все это менять. Да? Ребята, начинаем менять салонный фильтр. Чтобы нам поменять салонный фильтр, открываем бардачок. Вот. У него здесь стоят а-ля клипсы, типа. Вот, чтобы их снять... Подожди, стой. Чтобы их снять, нужно немножко вот так бардачок приподнять. На себя вытягиваем клипсу, и она снимается. Вот. Вот, видите, клипса снята. И со второй стороны также. Вот, сейчас мы... Данилка снимет нам клипсу, она опустится вниз, бардачок останется. Здесь еще газовый упор. И там он, да, газовый упор стоит. Все, видите, как бардачок опустился, сейчас подожди. Вот в этом данном месте стоит салонный фильтр. Аккуратненько, там можно отверточкой поддеть его, но я думаю, там уже точно показывать не будем, любой дурак додумается, вот он вообще легко открылся. Вот этот самый называется фильтр салонный. Вот. Сейчас мы его просто вытаскиваем так же аккуратненько. Мы новый уже купили. И все, ставим новый. Да, вот все. Ну, фильтр, да, грязненький. Но я бы не сказал, что прям пипец, да? Терпимо. Что там есть что, нет? Чистка. Да, там можно вообще даже пылесосом залезть как-нибудь, вычистить, там выйдут все. Вот. Вот новый фильтр у нас, мы уже заранее, конечно же, купили. Все фильтра, короче, нам обошли 1000 рублей, то есть салонный и это, внешний, да, и как он под капотом. Точно не знаем, мы не такие вот умные люди. Вот новенький фильтр. Стой, подожди, вот так сейчас сделаем. Ну да, согласен. И все идентично, так же засовываем, сейчас Данил засунет, я вам покажу. Ставили до конца, до упора. То крышку не закрой, подожди. Покажу сейчас. Ну вот у нас получается новый фильтр вот так вот стоит. Вот. Все, сейчас крышечку закрываем и фильтр поменен. Собираем все в обратном порядке. И фильтр салонный мы поменяли. Ставим газовый упор и одеваем типа а-ля клипсы. Уже собираем в обратном порядке. Все, фильтр поменен. Итак, ребят, приступаем менять внешний фильтр под капот. Сейчас откручиваем здесь 4 болта, точнее самореза. Сейчас покажем. Вот, раз, два, три, и вот здесь 4. Все, откручиваем, снимаем. Снимаем старый фильтр, ставим новый. У нас сейчас небольшой каз здесь произошел, короче. Ребят, небольшая поправочка. Здесь саморезов 6 штук. Все, ребят, открыли крышку. Вытаскиваем фильтр. Все, нахуй его выкидываем. Оп. Ну, грязненький, грязненький, да. Ну, пыль, в пыли, в пыли. Давай там еще почистим там это. А то листья какие-то, видишь. Дед, это все равно тут субсидия. Ну ладно. Все, снимаю, давай. Новый открываем фильтр. Вот. Только что проехали по нему. Ставим новый фильтр. Его нужно ставить, да? Вот, все. Новый фильтр установлен. Собираем обратно последовательность.
убираем в обратной последовательности. Привет, Аджаре Гуджу. Короче, ребятишки, мальчишки, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайкосики, подписывайтесь, пишите комментарии, вот. Ну, потому что за этот видос однозначно нужно поставить лайк. Мы вот на морозе стоим, Якимка там меняет все, крутит. Ну, по-любому нужно лайк поставить. Всем пока.